Казахстанские спортсмены сегодня не смогли завоевать медали. Была одна схватка за бронзу, которая могла стать восьмой по счету, но наш борец уступил сопернику. Кто и как выступил сегодня на Олимпиаде в нашей спортивной рубрике. Напряженным и волнительным был сегодняшний день Олимпиады в Токио. Сразу четыре борца вышли на ковер, чтобы завоевать почетные медали. Но Данияр Кайсанов в схватке за бронзу проиграл узбекскому атлету и остался без награды. А борцы-вольники Даулет Ниязбеков и Алишер Ергали смогли пройти первый этап и добраться до четвертьфинала. Но там обоих ждал проигрыш. В первой же схватке потерпела поражение Валентина Исламова в весовой категории до 50 кило. В женской борьбе она проиграла представительнице Эквадора. Для нее Олимпиада завершена. Партнер показа – компания «Паримач» – онлайн-букмекер номер один в Казахстане по версии «Выбор года 2020». Не пробились дальше квалификации две наши спортсменки – Маргарита Тарлапова и Светлана Усова. На дистанции в 500 метров на каноэ-двойках они пришли только четвертыми из пяти. Завершил выступление на Олимпиаде и Сергей Емельянов. В четвертьфинале по гребле на каноэ-одиночках в дистанции на 1000 метров он показал только четвертый результат, а в финал пропускали лишь первых двух. Представительница художественной гимнастики Алина Абилханова, к сожалению, по итогу квалификации смогла стать только 21-й и тоже не прошла в финал. Каратист Нурканат Ажиканов, к сожалению, как и многие другие наши спортсмены, остался без медалей.